после череды побед и достижений в борьбе за объединение Орды, Тохтамыш переоценил свои силы и допустил стратегический просчет. Он вступил в конфликт со своим былым покровителем Тимурленком. Причиной спора было то, что за долгие годы ордынской смуты Тимурленк завладел территориями в Средней Азии и Закавказье, которые традиционно считались владениями Золотой Орды. Эти земли были жизненно важны для золотоордынской экономики. В них располагались древние города, центры торговли и ремесел. Через них проходили международные торговые пути. Потому Тохтамыш решил отнять у Тимурленка эти богатые края, однако не сумел одержать ни одной значительной победы. Тимурленк каждый раз успешно отражал его атаки. Видя, что Тохтамыш превратился из союзника в неприятеля, Тимурленк задумал разгромить его и отстранить от власти. Он собрал у себя ордынскую знать, враждебную Тохтамышу. В 1391 году Тимурленк ударил на Орду с востока из Средней Азии. Тохтамышу лишь ценой огромных усилий удалось предотвратить захват Тимурленком столичного города Сарая. Через 4 года, собрав несметное войско численностью до 300 тысяч человек, Тимурленк нанес новый удар по Золотой Орде, на этот раз с Кавказа. Тохтамыш проиграл битву, а войско Тимурленка достигло Волги и Днепра. Тимурленк целенаправленно ослаблял экономическую базу противника. Он истребил многие тысячи людей, разрушил города и столицу Золотой Орды. Нашествие Тимурленка стало крупнейшей катастрофой в ордынской истории. Потерпев полный разгром, Тохтамыш скрылся в западных улусах. На руинах разрушенной ордынской столицы вновь воцарился хаос, а на ордынском престоле возобновилась частая смена ханов. Но Тохтамыш, даже потерпев поражение, не собирался сдаваться. Находясь в изгнании, он накапливал силы и искал союзников, чтобы с их помощью вернуть себе утраченный престол.